Итак, всем привет. Меня зовут Денис, вы на канале Фрейд Дэвис Плей. Мы продолжаем играть в игру Петля Времени. Я в нее, честно, давно не играл, в связи с тем, что в танках у нас на данный момент идет ивент на прем танк, поэтому давненько не играли. Что мы там делали, я уже не помню, ёлки-палки. Помню, что кого-то там мочили, кого-то там забрали. Прекрасно. Это я не знал. Это я помнил. Так, я так понимаю, это... Раз, два, три, четыре, пять. Это пять умений, да? Один какой-то склад. А если я нажму Escape, что будет? Ага, понятно. Так, а где наши записи, самые первые? Что это? Досье НВ. Их пятеро, да, вроде? Все, так, хорошо. Это мы мочили, это неинтересно. Надо посмотреть, что с этим. Так, где у нас оружьен? Оружьен. Охрещен. Че, нету ничего, а? Новый день, что ли? Походу, да. Ладно. Ага, да, новый день получается. А тут сколько надо? 8. Ладно. Ладно, ладно. Так, кто это у нас? Баллада, понятно. Ломитесь к Фрэнку. Жители этого района типичные прожигатели жизни. Утренняя толпа, вокруг ходящая звезда, звезды. С каждым новым. Ага, все ясно. Угу. Очень изобилие. Ладно. О, ломитесь к Фрэнку. Так, каждый вечер Фрэнк запускает фейерверки. А это ж... А нет, это другой какой-то. Часть острова я там еще не был. Спать охота, капец. Так. В принципе, он же Балагур. Он же Балагур. В прошлом носил прозвище Королевский Баритон. Баритон. Грубо говорит, баритон. Сейчас владеет клубом и ведет затворные... образ жизни. Это понятно. Но я замечаю слабые места в системе безопасности. Но в себе никогда. Понятно. Короче, он системник безопасности. Киоск, карта. О, у меня карта есть. Ага. Значит, тут был уже. Это там спуск. Был че не был. А это не он, что? С дробовиком. Двойным бегал. Вроде он. Или нет, нет. То. А, ну, все правильно, безопасность. Он вроде бы. Или все-таки нет. Я просто когда валил один раз кого-то. Я, получается. Не увидел. Ладно, короче, поехали. Это выбили, это карта. Хорошо, киоск. Больше заданий нету. Все, поехали, поехали. А где, как поехать? А? Не понял. А, вот так, о.
Ой, тихо, извиняюсь, все забыл уже. Нет, тут был, кажется. Бля, не был. Бля, не помню, сейчас вспомню. Что, тебя уже любимчики? Нет, просто делаю, что должен. Я тоже иногда их убиваю по приколу. Будь я умнее, я бы давно уже отсюда это свалил. Это я слышала. Но ты сам решил остаться. И далеко не один раз. Теперь все иначе. Ну да, как скажешь. Желаю тебе самой мучительной смерти, Кольт. Честно, от души. Я убью тебя раньше. Фрэнк был твоим другом. Прикольно. Фрэнк тебе не друг. Тебе, так, друг, а мне не друг. Тоже определись. Нет, сэр, шо нет, сэр, не понял ничего. Раз, два, с... Прямо как тогда в этом. Не понял, а что-то не выделился. Как его? Алло, не помню. Ух ты, блядь. Я... Блядь. Вот так, заебись. Джоанна здесь. О, блядь. Да иди ты нахуй. Твою мать, заметила. Ой. Перезарядиться, блядь, да иди ты нахер. Алло. О, так это она, блядь. Ебать, я даже не думал. Я сейчас пизда будет. Тихо. Сюда. Ёбана нахуй рота. Это, сука. Ебать. Отъебись от меня, блин. Сука. О-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это жесть. Сейчас бы не сдохнуть. А то уебал. Честно, что у него взорвалось-то? Ебать полет. Фиаско, братан. О, годится. Два умения какие-то. Як? Тебя поглощу заодно. Вот это шандарахнул. Удерживайте. Ага, какой-то момент есть. Да, хорош. А, так. Вот это и все. Карнезис. Слиток Карнезис. Подбрасывает людей в воздух. Нажмите, чтобы подбросить врага. Какая классная. А это что? А, значит, должен быть поривлизость. А, вот это он, да? Нет. Вот это он. А это вот эта шняга, что? Типа, в один выстрел. Если заразить, то... Одним выстрелом можно двоих завалить, это я помню. Так, а мне надо... Ага, вот патроны есть, контакт. Нахер не надо. Что уже? А, там это ерунда. Еще надо включить же. Ой, блядь, пиздец. Хорош тарахтить. Так, тут не открыть. Мне бы... Что тут? Бутылка. Мне по патрон. Ох, ебать! Все, я понял. Я вспомнил. Охренеть, сука. О, бля. Разве можно было так просрать?
Ох, заебись. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Больше никого. О, Чебурашка стоит, я вижу. Я вас вижу. Вижу, вижу. О, он еще пикает, сука. Скотина. А еще кто-то, да, походу? Или это... А, это под прожектора. Так, а где на их гранаты? А вот они. А вот они. Фью! Блин, я думал, разобью сейчас нахер. А как переключать? Опа. Хуяк. Мина, ёпты. Хуяк. Ёпарасете. А еще как переключать? Ага, вот так вот. Хуяк. Ёбана нахуй рот. У-ху-ху-ху-ху. Жесть. Так, а где там у нас подбрасывать рога? Вот. Нет подходящей цели. Ебок годится. Не попал. 8 патронов. 7 6 5 4. Три, блядь. Два, сука. Да ладно, ты шо, блядь? Не понял. Ну, походу, не доставал, я так понял. Охренеть. Выстрелил всю. Шо? О, какая-то хуета. Где, блин, патроны, Алена? Я не понял, у танка. Где патроны? Чё вихо? Там он еще. О, сейчас проверим, слышишь? Мощно. Патроны. Да молодец. Я понимаю. Патроны. Патроны где? О. Тушняга, я помню, надо собирать. Где патроны? Нахер мне гвозди ваши? Блять, тут нету мин, что-то подорвусь. Ага, это не открыть. А ну залазь. Тут. А где-то оделась. Блин. Так, мне надо наверх изначально. Вообще мне надо, конечно. А, и две теперь стало. Ага. А что там? А что она делает? Алло, а где? Покажи мне. Пистоль. А где мое снаряжение? Режим одиночного. Это понятно. Чё? А как снаряжение открыть? Ой, чё, что-то сделаю, блядь. Вот это да.
сука, мина, блядь. Мина ебаная. Ну ее нахуй, это мина. Еще где-то мина. Ебать. Да тут они везде. О, сука, прям там стоит. А я могу. Вон еще одна, бля. Ага, не могу. Высоко. Хоч. Вот там, подожди. Как-то близко сильно. Тихо. Ну давай, я знаю, ты можешь. Обдурим. Ха-ха, обдурим. Обдурили. Где еще? Ебать, упал. Чувак упал. Не понял. А в чем прикол? В кольцо попасть надо? Ебать. Охуеть. Охуеть. О, сейчас полетаем, парни. Что, чем сильнее звук, тем сильнее будет выстрел? Уху! Ударилась. Ударилась и разбилась, понял? Визуальный контакт! Да! Ебать. Ух ты, двоих сразу. Лети отсюда, она. Ух ты, ты нахуй иди. Понятно, дохлый. Или не дохлый. Есть, иди сюда. А, вон он, ретрансляторы. Так, надо аккуратно смотреть под ноги. Там не будет пиздец. О, взяли. Тихо, ага. Жалко, что вот так нельзя сделать. А что, я ж могу отсюда достать, да? О. Блядь. Давай быстрей. О. Как могила. Ага. Это один бухарик, и там еще один бухарик. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Блин, а нету у меня на пушку на мою, нет? Прям знаешь, где я сижу, блин. Ебать, это шо нахуй? Алло.
Да откуда вас столько, блядь? Вау! Глубоко. Постоим. А я обратно могу забраться? Ага, нормально. Живем. Живем, но ненадолго, походу. Потому что здесь у нас что? Здесь у нас проход. Однако. Слышишь? Обыскать тут все. Обыщи там все, короче. Я пошел. Тихо, блядь, не убийца. Оп. Что тут? Ага, понятно. Блин! А он-то закрытый, водичка холодная, да? Не, а вот тут какая-то дырка. Welcome. Ага. А если вот так? О, годится. Хе-хе! Отлично. Возьми код и открой все. Классно. А где код взять? Батарея. Взяли батарею. Нахрена она мне нужна? Гвозди. Ну, не жадничай. О, отлично. Положи. Наконец-таки хоть что-то интересное. Так. Код. А где код взять, а? Тут ничего нету? Где не написано? Нет. Не забудьте глаз пас. А, то я не хербала-то, сейчас, подожди. Все, отлично. Закройся. Закройся. Бля. Угу. Да их там по самые яйца. Тише нельзя рубать, не? Никак. Так, мне надо что-то подключать, я уверен. А что она там раньше показывала? Где что находится? Ну ладно. Ух ты, чувиха, ты меня видишь, да? Если ты меня видишь, то я тебя вижу. Логично? Логично. Логика. Железная. Так, там закрыто. Ну и в пизду. Аптечки, ебать. Как повезло. Да блин. Ага, это стекло. А я могу только двигать дверьми или они тоже? Ох, ебать! Как-то все невоздержанно. Не забудьте глаз пас. Твою мать. Все, оно закрыто, и никто не войдет, я так понимаю. Охренеть, вот это я открыл. Придурок. Сейчас не надо. Тихо. Блин, пиздец. Чё, где, куда идти? О, вот это прикольно. Бля, не то. Классическая турель. Отлично. Берем. Было бы две, я взял бы две. Хуяк? Вашу мамашу. Блять, бежит, бежит, бежит. Ебать мой хуй. Вот это я, блин, влип.
Нельзя его закрыть. Не, походу нельзя. Да, нельзя, он откроется в любом случае. Так, ладно. Нахуя вы его убили, блин, а? Что мне делать, сука? Куда мне идти, нахуй? Есть кто-нибудь? Если бы вы уже прибежали, да? Где пароль? Дай, тихо. Что это такое? Пароль где? А жизнь где? Пишет тут столько всего. Что это такое? Тихо. Что там? Прикольно. Он сильные силы. Классно. Ай-яй. Короче, я понял, он там сверху. Но мне же надо пройти, мне надо понаходить все. Ну там было написано как? Найти код. Взломать систему, правильно? Значит, соответственно, код даже где-то должен быть здесь. Не забудьте класс-пас. Иди в пизду. И шо? Охренеть, как весело. Я понимаю тебя, брат. На черном рифе пушек вдвое больше, чем людей. Тут любой на твоем месте занервничает. Но если пушка есть у каждого, это все равно, что ни у кого. Понимаешь, о чем я? Ну, подстрелили какого-то бедолагу. Завтра проснется, как огурчик. Вот что я тебе скажу. Уж я-то видел, как ты стреляешь. Ты сам знаешь, как это приятно. Какой это кайф. Оргазмические ощущения. Вот их-то нам тут и продали. Как клапан для сброса давления. Попался, сука. Полетел парень. Полетел еще один. Да ёпта, сколько вас там нахуй. Все? Вроде все. Блять, обоспался. Фау! Так, может здесь пароль? А это что такое? Взять класс-пас. Давай возьмем. Бля, нахуй я его взял, да? Нет, я в этом не участвую. Кто это? О, годится. Пельмешки. Хватит мне патронов. Еще разочек. А, все, 50, да? Так, мне надо поменять. А это что такое? Зажигалка. Мне надо поменять. А где этот? Вот это. Или нет? Вот это тут надо поменять. Где дробовик? Что это такое? Кнопка. Ой, блядь, хуйня, короче. А где дробовик, а? Блядь, это параша по бокам вообще не очень нравится. О, дробовик. Годится. Блядь, двойной. Не люблю двойной. А, так подожди, это выход. Тю, ёпта. Ботинки.
там пароль... Нет, там пароль не должен быть, по идее. Или все-таки там пароль будет? Может же реально может быть пароль здесь? Слышишь? Подышишь? Оп, надеться. А вдруг? Нет, это не там мы читали. О, аптечка. Патроны. О, это нормальный дробовик. Что-то у меня много. О! Годится. Будильник. Нет. Шо-шо-шо? Шо, эти все цифры за ним все. Это твой любимый 4747. Прошутся направо. Ого, отвертка, ни хрена себе. Блин, вот эта ерунда по бокам вообще не в тему. Жалко, что это не это самое, не боеприпас. Так, все, ладно. Побежали. Так, ага, там я был, все понятно. Блин, блин. Так, берем, 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 тап. Прикольно, что я, между прочим, это. Кулек. Кто здесь? Никого здесь и нету. Потому что шо? Потому что я перебил. Это ерунда, конечно, по краям вообще не в тему. Игра. Берем. Да не это, блядь. Нахер мне твоя, блядь. Кто еще кто-то есть? А ну, код 4. 7, 4, 7, пульт. Не взорвешься. А музыку нельзя выключить? Я думал яйца. Кто-то где-то ходит. Ага, это игровая. Где-то вот там, наверное, наверху. Кровавые братья. Так. Блин, это переключение неудачное. Ля какой. Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Тихонько там, блин. Я лучше в холоде побуду. Блин, сколько всякой херни. Давайте. Оч. Оч. Ну и вон. Что? Кто там? Слитки удалены. Мы же тебя убили. Эй, нахера я взял этот пропуск? Ох, я теперь не могу. Бестолковая теперь херня. Блин. Не. Ну как так-то, а? Чёрт. Чёрт побьяри. Где же вы? Ну хоть Торрель с собой будет таскать, уже интереснее.
Сейчас я вам устрою веселье, сука. Ну ёпер СТ, ну как так? Это вообще нежданчик. Я хотел это по-другому. Там наверху они, суки. Суки наверху. А, там дверь, да? И отсюда он меня увидел и выбежал. Он сейчас вот пока поставлю. Здесь поставит. Деактивируйся. Ебать, туалет. Это он меня в туалете увидел? Стоп. Хрена себе дырка. Нормально. Это выход, это кто-то уронил. Так, отсюда тогда ничего не будет тогда. Дальше. Блин, что-то аптечки нету. Это мне вообще не нравится. Напрягает немного. А, тю. Так, мне надо туда наверх. Что там, что там? Да не прыгайте, блин, непонятно. А, сердца бьются честно. Я дьются опять читаю. О, еще один. Годится. Турели мало не бывают. Еще одна. За что тут кровь оказалась? Что-то я не успел заметить. Бился честно. Ох, ебать, мой хуй. Ты мне там не эйкай, блядь. А выходи, смело получай пиздюлину. Смелая пиздюлина, это дело такое. Каждый получает ее как хочет. Ага. Тут нельзя поставить, печально. Шо это? Где это? А как ты там меня увидел? Наверху. Иди сюда, долбоеб. А, все пропало, пропало. Блять, пропало. Ты, как ты нахуй стоишь? Как ты его не заметил? Херня вонючая. Я не пойму, блин. Вы чё, блин? Поломали? Твою мать. Поломались или чё, блин? Я не понял. О, там ещё этаж. О, это здоровье. Твою мать. Я не то клацаю, сука. Не то. Блять.
баллистическая. Закройся. Охренеть. Не то нажал. Сука, чуть не обосрался. Там еще две. Куда она съебалась? А что она не активируется? Что за прикол? Не понял. Тю. Нормально. Чё она там? Ой! Ты чего? Нет? Вот там еще один. Блин, да сколько вас тут нахрен? Охренеть, задолбали. Ой, да что я вечно... Да ёпара себе, залезь обратно. Вечно буквы пукаю. Ни к чему. Мне и так прекрасно. Да бери в запасе, ну тебя в пизду. Вечно ты дохнешь как-то быстро. А он уже здесь, ёпты. Где, блядь, пароль для системы? А? Как бы не сдохнуть его. Возьму-ка я, наверное, вот это. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас. Короче, походу пароль для системы, для той, которая подвалит, наверное, у него, скорее всего, в кабинете. И это просто на будущее говорится, если ты возьмешь его, типа ты можешь там, все можешь. Можешь все. А, вот так вот. Понятно. Тут ничего. Тут ничего не будет, а чё? Чё? Да, обожаю, нравится. Это потолок? Тихо, а через верх можно? Тихо. Цель обнаружена, блин. Как тебе цельно? А, это типа через верх можно зайти.
убрать класс пас. О, заебись, убрать класс пас. Завтрашнее бухло само себя не выпьет. Так я ж могу без него прийти нормально. Не понял. Блин! Это получается, я вышел. Да, убрал класс пас, и закрылась эта ерунда. А соответственно, если я опять переползу туда вниз, упаду там, блядь, пройду через туалет, я это долбанный. Правильно? То класс пас мне не нужен. Оп. Годится. Небольшие ошибки. Оп. Исправлены. Бля, этот бегунок даже двигается. Опля. Опля. Не получил? Я не получил. Ля-лям. Вот так вот, ребят. Так. Там я был, там я был, там я не был. Не забудьте класс пас. Не забудьте класс пас. Exit. Все, отлично. Я понял. Так. Все, мне наверх. Годится. А ну, мелкий, давай. Пойдешь со мной. Эй, что у тебя? Еще один мелкий. 3-4 метра. Не забудьте класс пас. Отлично. 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 Главное сообразить. А я понял. Все, не забуду. У, будет больно вам его, ребята. Ничего. Эй! Ебать, долбанула она. Я аж пересрал немножко. Не понял, блядь. А чё я до вас не достаю? Ах ты сука. Засел, понял? Ага, и войти нельзя, да? Ладно, блядь. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас. Угу. Это значит, получается... Ох, ебать!
Ёбана по пизде ладошкой! Откуда их столько нахуй? Я что-то нихуя не понял. Ух ты, ты видел? В каком-то силовом поле. Лежать, нахуй. Лежать, блин. Да, кончились патроны, блядь. Я просто немножко в ахуе, если честно. Откуда вас столько много? Как обычно, все приходится делать самому. Ладно, Кольт, потанцуем. Выходи, блядь. Чертенок. Мне очень такие интересно. Какого хера вообще, блядь? Там... Мам, вон еще, блядь, слышишь? Тихо. 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 А вон. Это был вообще нежданчик, конечно, когда я выходил, блядь. Как не прилетала на меня. Визуальный контакт! Визуальный шабантак. Видишь? Иди сюда, блядь. Там на ебаное. Открывайся, сука. Визуальный контакт, блядь. Ух ты, блядь, попадал бы хотя бы. А, это он? Все, захуярили, парни. Да тихо, так хуярить. Где? Чего? Шо? Все? А, вон что меня просекло. Тихо. Все, отлично. Собираем. И вот это сюда. Мне просто интересно, что это такое. Нормально. Так, а где код? Вышел. Ну поговори, ёпта. Где код? Должен быть где-то код. Где-то здесь должен быть, по идее, код, наверное. Слушай, ты просто огонь. Круто смотришься на сцене. Могла бы стать певицей. Да ладно. Ты меня не знаешь. Я капец пьяная просто. Давай, я тебе кое-что расскажу. Когда я впервые взялся за фейерверки, я накосячил с Бигфордами шнурками. Завязал их все бантиком, прикинь. Но, Фрэнк, мама не учила тебя не играть с огнем. Чу. Ни хера не знал, как это работает. И до сих пор не знаю. Мне Кольт помог. Он всегда мне. Ты это к чему? Короче, уверенность приходит с опытом. Ты молодая еще. Будь к себе помягче. Мы же ровесники.
Что за забираю? Дрался. Ебать, все обыскал, а где ж? Где ж тут пароль? Новая пленка. Дубль 33. Знаешь что, я сегодня не в настроении. Пусть будет что-нибудь из старого. Ладно, ты босс, тебе и решать. Я просто подумал, запишу сегодня и все сразу станет на места. Думал, что... Черт. Не знаю. Я как будто продолжаю чего-то ждать. Я думаю, шоу сегодня будет потрясное. Ага, ладно, пойду я. Завтра в то же время. А, ящик с фейерверками. Если рванет, мало не покажется. О. О. Да уйди нахрен. Тай. Запас его можно получить из-за его ухода, но запас не могут использовать силу особо. Падение или так задумано? А где ящик с фейерверками? У Финима Бира еще не стабильный реактор. Нет, это так не стабильно, что не стабильный реактор. Не понял, какая у него сила? Может, там что-то не забрал? Ну, хорошо. Отслеживать. А все, да, походу. Ну, ладно. Блин, видишь? Шо это? А. Где ж этот, я не пойму. А? Код. Если тут нету. Ляп. Если тут кода нету. Да? Здесь тоже нету, я смотрел. А, о, кстати, ну, тоже должна быть сила его. Это явно не его сила. А где она, ёпта? Так, тихо, тут я еще не был. Пойму. Не забудьте класс пас. Не забудьте класс пас. Ага, вот он. Здравствуйте, товарищи. Потайная комната. А где пароль? Если это работа Чарли, надо заглянуть в его дом в даунтауне. Ебать, дом в даунтауне. Не забудьте класс пас. Да иди ты в жопу. Ошибись.
Да присядь. Не забудьте класс-пас. Где? Добаный пароль. Прынь. О, еще новое. 27. Начали. Мы в петле. Пароль, не, блядь. Вообще это делаем. Эта запись все равно не доживет до завтра. Для вечера. Для фейерверка. Никто ни хрена не услышит за грохотом. Послушай-ка, ты ведь сам хотел живого звука. Да херня, это какой там звук? Только фоном пускать. Может, передохнешь 10 минут? Фрэнк. Не смей указывать мне, когда отдыхать. Я сам скажу, когда мне надо будет отдохнуть, понятно? У меня эфир через 10 минут. Поехали, пленку смени. Пароль где? Там вверх это Excel, это выход. Ну, не жадничай. Понятно. Круг. Там слева туалет. Туалет. Тут. Ничего. Там выход. А что это? А, там я был. Чё? Обалдел? Там нету, я смотрел. Здесь, блин, здесь тоже нету. Не пойму. Может, там на доске было что-то написано? Там вообще была доска? Может, он у меня уже есть? Ну, не может быть такого. Или... А, может, надо в квартиру зайти? А ну, сейчас бегаем еще разочек наверх. Пить. Ага. Ничего тут, доски никакой нету. Тут, тут. Что, записывай? Не, нету. Тут тоже нету, да? Так. Настроить защиту по всем твоим безопасным требованиям, почему. Блин. Дурачок, читать надо. Ты надо понятно, это дело, поэтому я установил руку на вредное отключение. Защита тоже не держи. Хорошо, код даже держу у себя. А там, когда получу обещанную сумму. Мне при этом надо отправиться в его квартиру. Даунтаун. Код отключения защиты системы. Это днем. Хорошо. В следующей серии будем играть это. Так, побежали, короче, на выход. Ай, блядь, чтоб тебя. Да присядь. Как-нибудь уже. Фью. Фью. Угу, тут я не выйду. Ага, а еще прикольней. Там толпа их. Если... А тут-то... Не могу выйти? Нет. А где-то был, короче, этот самый. А там я тоже не выйду. Да ёпара, стэп. Стэпры, ёп. Хуй, выйдешь отсюда. Тут... О, тут. А шо, о. Все, не выйдешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как все сложно, как все сложно. Понятно.
Так, где я заходил? Я заходил там слева внизу. Как заходил, так и уйду. Меньше геморроя. Эй, парни. Так, а тут я никого не убивал. Тут все живые. Между прочим. Раз. Полететь не хочешь? Эй. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тихо, тихо. Все хорошо, все нормально. А что там? Ага, там ничего. И ех! Ух ты, ёпарыса, ты чуть... Блять, поперхнулся. А чё меня не видят? Нихуя себе, он улетел. Да ебать, сколько вас тут нахрен мы собиралось, слышишь, не было столько. Да иди ты в очко. Раз, два, три. А, не, были. Эти трое были. А ну сейчас. Вот она еще одна другая. Ой, не попал. Да что такое, блядь? Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Нихуя себе, парень, я тебя даже не видел. Эй! Ай! Закончилось. Годится, вот это отлично вообще. Вообще отлично. Мое сердце всегда было здесь. И не говори. Ух ты, как он улетел там далеко. Щучкой пошел. Хорошо, ровно пошел. Без брызг. Пиу! Еще одна. Давай, детка. Пиу! Все. Так же не. Опа-на! Сидит, видал? Вот это вообще нежданчик. Ее не было. Где она там? Отражение было. Это было громко. Да, завтра заполнение. Годится. Выполнили. Окей. Это мы, получается, убили Джоанну. О, да. Поехали. Неплохо, я считаю, неплохо. Вас убили взрывом. Чисто случайно. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Все сделал, да, все забрал. И узнал код, да, где находится. А вот фейерверки я не нашел. А, фейерверки вообще в другом месте. Карлова бухта. Ага. Блин, надо завтра поиграть, но нельзя. Неделю, блин. Я, блин, позабывался на свете. Так, фейерверки находятся на Карловой бухте. Код находится в даунтауне квартире. Хорошо, ладно. Окей, поехали. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Да там, блядь, до самого конца. Еще. А, до самого конца, видишь, угадал. А что это оно? Что оно нам дает? Так.
открытые раны. Подстреленные противники истекают кровью и постоянно получают урон. Это понятно. Перезаряжайте оружие и стреляйте одновременно. Нихуахуа. Прям пулемет. Так, это сейчас день. Там мне можно пойти в фейерверк. Балагур, Фрэнк обожает играться с фейерверками. Значит, надо сделать так, чтобы он доигрался. Да, это мне надо сейчас пойти на фейерверки. А, сюда нельзя больше, да? Все, это только в следующий раз. Понятно. Угу. Общее дело, остальный склад боеприпасов. Понятно. Слиток, ну это вот это. Угу. Все. Тут, короче, я еще не знаю кода, пока они будут туда лезть. Хорошо. Ладно, давайте закончим на этом. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, жмите на колокольчик. Всем спасибо, всем пока.